ребят, сейчас поедем с моста. Смотрите, какой закат. Темные-темные тучи. И какой шикарный закат. Снег летит? Да. Вообще обалдеть. Вот сверху черный. Смотрите, обалдеть, какой закат. Буквально остаются секунды. Секунды. Супер. Красота вообще неземная. Ребята, зашли в ресторанчик, лобстер называется какой-то там. Красный лобстер, red lobster. И вот здесь сидим, мы ждем сейчас, рассаживаться по местам. И вот здесь лобстеры. Такие большие. Ой, ребят, сегодня после магазина, вылазки в магазин, пришли в ресторан red lobster. Вот это вот какие-то булочки запеченные, да? Угу. Вот. Посмотрите, какое. Дочка заказала коктейльчик. Рядом с кружечкой висит. А вот это что такое? Такое кокосовое что-то. А, это что-то с кокосом. Вот такой вот ананасик. Ну, я не любительница коктейлей. Поэтому я себе пиво Хеннекен заказала. Ну, и сейчас нам принесут лобстеры, как какие-то там креветки и все такое. Морепродукты. Морепродукты, да. Я вам покажу. Так, я хочу попробовать вот эту вот штучку, пока она горячая. Ну, ребят, ресторанчик мне гораздо понравился больше, чем вот этот японский мы ходили. А так здесь уютненько, вот столики отдельно есть на 2 человека, на столике на 4 человека. Ну так, миленько все в дереве, темное дерево, музычка, цветочки. Ну, как бы уютненько, очень уютненько. Это что? Так, вот это, ребят, смотрите, это грибочки фаршированные, а это что, какие-то палочки? Моцарелла, да. С моцареллой жареная, да? Mm-hmm. И вот соус, такая прелесть принесли. Это ой, грибы, фаршированные морепродуктами. Да, грибы, фаршированные морепродуктами. Ребят, вот принесли жареные кольца кальмарчиков, креветочки, тут 2 соуса, вот какая-то рыбка здесь мелко, ну, в общем, какое-то ассорти. Вот это я даже не знаю. Все это такое. Все кальмары, мам. А, это все кальмары, это полностью кальмары, да? Я-то на английском не очень понимаю. В общем, ребят, начинаем пробовать это. Вот эту булочку. Булочка, не булочка, какое-то такое тесто. Немножко как бы соленая, вкусная, нежная, очень-очень вкусная, мягкая, горячая. Мне понравилось. Ну, ребят, пробую вот эти грибочки. Не знаю. Вкусно. Божественно. Грибы с какими-то морепродуктами. Вкусно и сочно очень. Ну вот, посмотрите, как они выглядят. Вкусняшка. Ребят, смотрите, на столе стоит такой компьютер. Это можно оплачивать вот здесь. И в то же время здесь вот можно играться. Что у нас Софиша с успехом делает и играет. Ой, ребят, обожремся. Смотрите, чего нам всего принесли. Так, вот здесь картошечка фри и вот это вот все-все вот запеченное. Это креветочки, еще что-то тут. Рыбка, все морепродукты. Так, а это у нас что? Это с крабом, картофельное пюре с крабом. Да, сверху крабики и какой-то там соус.
Вот это у нас альфредо какое-то, паста альфредо с креветочками. Вот креветочки вот так, и креветочки жареные, три вида с рисом. И вот это вот у нас на гриле. Гребешки. Тут гребешки, креветки и сальмон, то есть семга. И с рисом. Вот. И еще мы заказали салат. Салат вот здесь два. Ну, один как бы мы уже съели, а это вот сухариками даже еще не начинали. Нам столько не съесть. Здесь всякие листья салата, сухарики. Сыром потертый, и к нему идет вот такой вот беленький соус. А это вот еще нам принесли вот это вот жареные тут кальмары, и мы даже это не съели. Я даже не представляю, как мы это все съедим. Но нет, здесь можно. Нет, здесь можно забрать домой. Мы съедим сейчас, наверное, пятую часть. Так, сделаю вам, ребят, сейчас фоточки.